Привет всем, вы на канале Бир и Гейм, мы продолжаем проходить Cry of Fear, остановились мы с вами на подвале. В общем, у нас были новые монстры. И мы кричали туда от страха. Тут заперто с обратной стороны, а здесь вот открыто. Нам сюда и надо. Пойдем, пойдем, да. Страшно было очень. Этих беременных херей уничтожать нам. Фонарик у нас есть. О чем мы здесь, да? А, ну да, здесь они летали. Ну хоть бы нам продвинуться куда-нибудь. Так, вот достань здесь. Вот здесь вот их не было, правильно? Их здесь не было, мы можем быть спокойны. А вот туда сейчас нам как раз надо идти. Мы вроде так всех. Фонарями будешь включать, посмотри. Мы вроде так более-менее всех убили. Но еще, может быть, кто-то остался, возможно. Блин, вот сейчас как раз-таки эта вся фигня и будет. Можно от них ускакивать, убегать. А нахер мы их убивали? Можно было вот так вот нырять и убегать, и все. Если есть куда. Да, здесь тупик. А нет, смотри, действительно, можно было убежать, и все. И не убивать их. Так, звук фиговый. Возьми ножик. Вроде бы свет здесь есть. Кого побрить, а? И где я, а? Все, брим, все места, брим. Здесь сразу наша пена для бритья красная есть, ха-ха-ха-ха-ха. Спенина такая, прям еще. Коридорчик. Тук-тук. 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 Это сердце так стучит. Ёх, твою мать. Ох, это намеки. От разработчиков. Взад, это повешение нахрен. О, крови, ты сколько убери ножик. О, шприц хорошо. Подобран шприц. О, смотри, что-то лежит. Стул и две эти висели. Кассета. Видеокассета. Найдите видеокассетный магнитофон. Куда бы нам пойти? Вот сюда пойдем. Найдем где-нибудь. Блин, кого-то он мне напоминает. Из мора козлов в мешке нахрен. Психонавтов, что ли, хрен его знает, не помню. Что-то такое похожее. Да, похоже. Ну не гоже. Психонавты. Че, брат? А, вы открыли? Открыли, все нормально. О, записывайся. А, понятно. Смотрите-ка, это хорошо, мы открыли. Мы вот в эту, это у нас, мы с этого начинали, значит, мы вот на эту запишемся, на третью. Главное всегда запоминать. На третью. Готово. Пойдемте обратно обследовать. А что, нам не надо обратно? Мы же здесь не обследовали ничего. А мы вот тут пришли, и все, одна единственная дверь. Больше там некуда идти. Вот мы вот отсюда пришли и пошли туда. Давай обследуем. А вот здесь мы еще не были. И что тут обследовать? Из двери этой мы пришли, правильно? Не поддается. Ух, ёб твою мать. Подобрана обойма. Дверь не поддается. В принципе, все. Уходим, ребята, уходим. А какой смысл? А, видеокассета. Ищи видеомагнитофон. Видеомагнитофон. Значит, все-таки сюда. Нашли видеокассету. Я всегда прав. Что будешь делать? Эта дверь, она заколочена наглухо. Это хреново, что она заколочена. Нам же надо на улицу быть. Мы опять что здесь? Мне было бы как-то спокойнее, если честно, на улице, чем в этом здании. Но у нас нету выбора. Да. Водичка, водичка. Помочим ножки, помоем ноги с носками. Протухли они уже давно. А здесь было затоплено? Я не помню. Да мы здесь были, походу. Чё, мы опять-то сюда вернулись? Хер его знает. Нам надо найти какой-то кассетник. Мне кажется, мы здесь не были. Мне кажется, мы... Ёб!
Ты из воды вышла, мне из... Блин, наушники надо подальше от перепонок. Да, мы здесь были. Да? Ну, может, просто не затоплено, а сейчас все затоплено. Почему все затоплено? Меня это немножко смущает, почему все затапливается. Потому что нас хотят утопить. О, бери шарик. Будем играть в футбол. Полностью заблокировано, даже не могу открыть. Блин, ходит он достаточно так же, как в Сэме, нахрен. Быстро. Ну, мне не с чем больше сравнить по ходьбе. Как в Сэме ходит быстро, активно. Видимо, графика тогда позволяла. А сейчас это тяжелее сделать. Поэтому они все заторможенные и медленно ходящие. Обратно только. Ну, пойдем обратно. Ой, за писькян, наверное, мы... Да, мы здесь были, но что мы здесь сюда... Head & Shoulders, видишь, были. Да, записка вторая. И потом... Секретная записка. Слушай, о, магнитофон, вот... садись. Смотри. Тут можно смотреть. Мы прям по адресу смотрите. Мы сами, ну и что там, да ничего там. Давайте нет. Сейчас психоделику будем смотреть. Какую-нибудь. Да, что здесь, да, такое, да. Не хочу умирать. Умри, умри, вешайте, вешайте. Буду погибать молодым, буду погибать. Не будешь, он не пьющий, не курящий, он убийца. Это ребенок, что ли, или кто это? Мужик. Это маньяк, а это кто? Ёб твою мать. Нихера себе. Ножницы. Садовые ножницы она. Всё. А... Что? 1-4-7-9. Или 7, фиг он. 1-7-4-9. Надеюсь, что это был 1-7-4-9. Код? Покиньте дом при помощи лифта. Пойдем отсюда поскорее, а то дядька прибежит и убьет. О, покиньте дом с помощью лифта. Покинем. Конечно, ищи лифт обратно. Что это было? Ёпа, он меня пугает ко мне. Тут так прыгать страшно. Да ты идешь, но почему ты не идешь? Это же лестница. Ты чё? Нихуя. Товарищ. Чё, больше некуда уйти? Где мы вообще? Что это за место? Чё-то он не везде ходит. Разве это тут было раньше? А у нас что, здесь все перегруппировывается? Мы здесь были. В шкафчиках ничего нет? Ничего. Соляси! Где нам этот лифт? Лифт там только сзади был, помнишь? Я понимаю. Что, потом... туда что ли идти? Надо как-то найти этот лифт. Не поддается. Не поддается. Значит, где-то вот здесь была дверь. Не дверь, а дырка вон там. А здесь вот поддается. Фонарян? Будет у нас включан фонарян. Надо найти лифт? А какой этаж надо найти? Да без разницы. Да что он так меня пугает, херыч? Он что, падает, что ли? Я не знаю, у меня сейчас самой все, блин, ушло. Спотыкается об эти. Ну зачем они так сделали? Помимо того, что монстры пугают, еще и этот, блин... Причем он гораздо страшнее пугает. Не могу ее закрыть, замок заклинило. Четвертый этаж наш любимый, нет. Пятый, смотри, ёпа, мы здесь были, да. Блин, ну загадка, шарада. Ребус. Не поддается. Блин, надо же поддался. Нет. Дубинка. Пойдем сюда? Нам надо в лифт как-то проникнуть. Давай. Чё ты, пупок? С первого раза не одевай кеды нахрен. Да, пойдем.
в темноту, там, где страшно. О, записка. Где может быть? Твою мать, бежит кто-то к тебе. Потный лифт, где же ты? Мы идем к тебе. О, мы здесь не были. Пистолет хоть зарядить. Собрать. Или как? Как там его заряжать? Да он уже заряжен. А тут везде видеомагнитофоны, если что. А код какой был? 1-4? Я думаю, он его записал. Ага. 7-7-4-9. Это хорошо, что они так сделали, то писать здесь сиди, пиши, писай мемуары. Ну где потный лифт? Помнишь, в самом начале мы там его где-то видели? Да я понимаю, как нам туда пройти. Вот он. Лифт не вызывает, скорее всего, он где-то застрял. Где? Зашибись, а еще его и найти на каком-то этаже надо. Да. Он застрял. Вы застревали в лифте? Мы застревали. Расскажу такую историю. Раньше я, когда ходила в школу, у нас был большой грузовой лифт. Он меня никогда не чувствовал, я чертовски его вообще пугалась. Потому что я когда заходила в лифт одна, он меня не чувствовал, и он закрывался и стоял. Мне там так было страшно. Приходилось прыгать в нем, чтобы он поехал. Чтобы он типа, а, что-то там есть, ну тогда ладно. Так и быть, поеду. Вот такая вот история. Да, надо с собой брать. Да, про лифт. Больше учебников в портфель. Да, да. Да учебники-то были. Портфель-то огромный, всегда таскаешь. Ну, скажите, куда я хочу куда-нибудь идти и продвинуться поскорее. Ух ты, ёлки-палки. Что это? Никаких бабулек, теток, дедулек, парней, хоть бы побежали, напугали. Памперс у меня сам. Вот он. Значит, еще вниз. Inside. Я вот не помню, как нам пройти, если честно. Если мы разберемся, как пройти. Обратно в дырку. Жесть, звуки такие еще. Самые наиприятнейшие. Бабулечка, выходи! Подрежем ногти с пальцами. Саймон уже сам, походу, психом стал. Нет. И он уже ходит с окровавленным ножом. Он хочет выжить. Во, здесь он был лифт. Свет, вот он, вот он. Во, вниз. Вниз, иди вниз. Вот, мы пробрались. Ля-ля, входите, ну вот, ля-ля, входим, вот здесь. Твою мать, еще что ли ниже, еще ниже. Да где ты застрял, подлюка? Вот действительно, где он застрял? Что за херь? Где потный лифт? Задолбал ты, лифтер. Вот здесь он. Записочка. Моя секретная записка номер 3. Поскольку мне нужно было убить нескольких деток, я заблокировал лифт в холле, и теперь лишь персонал, знающий секретный код, сможет вызвать его. Но детки наверняка ничего об этом не знают. Так что они просто пойдут по лестнице. Он их вылавливал, видимо. Опечатано полиции. Интересно, что тут произошло? В общем, валим отсюда нахрен, козлина какая-то там шаг. Где-то он застрял, все равно он говорит то же самое. Да где ты лифт? Мне кажется, как нам лифт-то найти? Как нам вот, он... мне кажется, он стоит, вот этот лифт. Вот он же здесь стоит.
Да. А почему? Свет включи, пошарь нормально. Не видно ничего, прошарь нормально со светом. Подожди, вот сейчас я где-то здесь найду что-нибудь. Вот, посмотри, что с этим потным лифтом. Во. Слева есть цифровая панель. Какой код? 77. Вышел совсем. 7745, что ли, фиг узнаю. 49, етицкая сила. Поехали, сударь, открой! Заблокировал лифт. Прошли игру. А? Прошли игру, хорошо. Что там, заставка, заставка. Поехали. Бедный главный герой. В такой страшной игре он... Кобец, он молодой, завис. Там 16-17-летний парень же кокает всех. Игра наистрашнейшая, конечно, если вот сравнивать с теми, что у нас сейчас идут. Даже ни амнезия рядом не стояла. Что ни... за хрень? Лейерс что это? Тоже... Что за хрень? Что это за место? Обойму да. Бери. Лейерс, она тоже страшная, но она по-своему страшна, а это по-своему ужасно. Там это, что-то лежало, взяла? Обойма. Слушай, нам кто-то написал, что там скоро босс будет какой-то. Страшный. Пристрашный. Я понимаю, почему здесь дети кричат? Они не должны кричать, мы их не я убивали. Я думаю, это дети с какого-то другого мира, которых убили. Слышь? Так я об этом же и говорю. Они должны... Пойдем вперед. Они должны маньяку казаться этому, который их убил, ну понимаешь? Вот, они, видишь, на всех кидаются. Они, ты же ножом ходишь, поэтому и не кидаются. Здоровье-то нормально? Ну нет, дерьмово. Ой, еще одно. Слушайте, о, вниз, иди вниз, точно, точно. Чё ты там, да, я ну помню. Ну какой он этаж-то вообще поднялся? Он нам написал, что здесь босс будет. А зачем здесь боссы, вообще не понимаю. Это ж мы просто хотим куда-то выбраться, а зачем здесь боссы? Непонятная игра какая-то. Интересно, мы хоть половину игры прошли? Хотя бы мне какое-то успокоение, а то, блин, что мучиться проходить. Мучиться в плане страха, если честно. Так, здесь вроде бы не так сложно, все элементарно, но ну, очень страшно. Музыка как в море. Только там по-другому. И музыка затихла. Ты... Во. Ну да, что-то похожее точно. Чё тут такое? Да, никого не будет, все нормально. Просто идем вниз по лестнице, спускаемся. Звуки, есть такая игра, спускаешься по лестнице, и какие-то звуки, и больше ни хрена. Не, там говорят, такой скример будет, что ты там вообще... Фигня это все, ничего не было. Будешь вспоминать всех родственников. Не буду ничего вспоминать своих родственников. Какая-то игра, как-то 087 или что-то такое, в общем, какая-то инди-хоррор игра, и все время надо по лестнице спускаться. Может быть, мы как-нибудь в нее поиграем, кстати. Ну, мы так, пока будем болтать, тогда и поиграем. Нахер она нужна, фигня это, идешь вниз все время, идешь и идешь как этот... И толку никакого. Пойдемте сюда пока что. Да чё мы идем-то все время? Куда идти-то? Так, что-то он дышит фигово. О, Мафон, зашибись. Разработчики молодцы, молодцы. Третья, да? Мы в третью сохранялись. Тогда мы сохранимся вот в эту. Сегодня... Мор, точно, мор. Сегодня пятница 13-е. Да, и мы играем в Фикри. Ну подумаешь, из фильма взяли «Пятница 13», край. Ну и все. Это из книги, если что. Ну книга, похер. А из книги взяли фильм. Ха-ха-ха. Чё? Симон Каин. Чё ха-ха? Тебе сейчас будет ха-ха-ха. О, мотоцикл. Крутой Сэм, ты что здесь забыл? Ёпт! А нет, у тебя ничего нет, а пипирка торчит. Что это вообще?
Что это за хрень такая? Блин, что это такое? Я не знаю даже, что с ним делать, блин. Сядь быстрее. Саймона порубили на куски, бедный Саймон. А? Как он дышит? Я не успела пистолет даже взять, охренеть. Ну вот надо пистолет. Зарубил. Зарубил нас. Сик. Блин. А я не скажу, как его гасить. А я помню, как его гасить. Вот и все, давай, так интереснее будет, думай сама. Откуда ты помнишь? Кореш нам подсказал, а я не буду говорить. Кореш написал. Вот так вот. Жесть, такая херня бегает. Хочет ставить пилу в зад и что-нибудь прорезать дыру посильнее. Все, не хочу, не хочу эту заставку смотреть. Он. Корешем бегай! Бегай от него по кругу! Так я даже не успела, понимаешь? Антидот прими! Антидот прими! Антидот. Где шприц? Во, давай. Укол. В общем, мы сейчас еще разочек попробуем и закончим на этом. Мы вам его показали. Ты вот пока кнопки нажимаешь. Да ты чё? Беги! Да ну что ж ты никак... А почему он не стреляет? Давай еще раз попробуй. Последний раз. Загрузи, возьми антидот, долбани, потом пекарь. Возьми пекарь. Почему он не стреляет? Я тоже не поняла. Я нажала перезарядку. Взять. Стрельни. Р. Теперь есть. Так и вроде и было. Не было там. Взять. Кали. Наркоман. Он не наркоман, он лечится. Молодой парень, едет домой, ему мама ждет. Папа умер, сестер, братьев нету. Бегает по страшным домам заброшенным и с окровавленным ножом убивает детей. Давай, что там сейчас, гаси, бегай. Только всегда попадай в него. В голову. Со спины заходи, стреляй, спину. Спину стреляй, тебе говорю. Жесть, восставший из ада нахер. Все, вешалка. Когда мы будем... дохнуть. Подписка на канал, чтобы не верить пока так-то. Комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока, смотрите прохождение. Пока.